На автодроме «Крепость Грозная» прошла заключительная серия заездов G-Drive SMP РСКГ. Несмотря на относительно небольшое число участников, финал стал украшением сезона, потому что в Грозный приехали претенденты на титул, и борьба шла до последних метров дистанции. И хоть в автоспорте многое зависит от техники и удачи, однако победили в итоге те, кто допустил минимум ошибок и выжил из ситуации максимум. В высшей категории туринг реверсивный старт дал преимущество Дмитрию Брагину, и он сполна им воспользовался. Хладнокровно контролируя отрыв от ближайшего соперника, который всю гонку исчислялся долями секунды, он финишировал первым. Сразу за ним закончили заезд братья Слуцкие. Захар на втором месте, Артем на третьем. А принципиальные соперники Брагина в борьбе за титул всю гонку провели на ролях статистов и финишировали в конце пелотона. Так что по итогам сезона титул уже в пятый раз достается Дмитрию Брагину. Егор Оруджев – вице-чемпион, Кирилл Ладыгин – бронзовый призер. В категории суперпродакшн драматичная развязка задержалась вплоть до последних поворотов. Ирина Сидоркова прорвалась вперед и выиграла гонку. Вторым финишировал Леонид Панфилов, третьим – Николай Виханский. Но судьба титула решилась за пределами первой тройки этого заезда. На последнем круге расслоившаяся шина на Весте Ивана Чубарова заставила его сбросить темп, и он пропустил на четвертое место Самвела Искаянца. Такой порядок финиша вывел в победители сезона именно Искаянца. Чубаров по итогам года стал вторым, а Роман Голиков, который не смог выйти на последний старт из-за поломки, третьим. Крепость Грозная благоволит новичкам, и грозненскую гонку в категории Touring Light мог выиграть Олег Кравцов, который блестяще реализовал пол, но незадолго до финиша сошел по техническим причинам. Впрочем, принцип остался неизменным. Лидирующую позицию занял Дмитрий Дударев, одержав первую победу в карьере. Николаю Карамышеву хватило второго места, чтобы оформить титул. Третьим в гонке оказался Петр Плотников. По итогам сезона он бронзовый призер, а вице-чемпионом стал Андрей Масленников. В статусе досрочного победителя Кубка России в категории S1600 в Чечню приехал Рустам Фатхудинов, который и здесь блестяще завершил сезон, одержав заключительную победу. Вслед за ним финишировал Василий Кораблев, подарив команде «Ахмат Рейсинг Тим» дубль на домашнем этапе. Третьим стал Кирилл Зиновьев. Даниил Хорошун, который недолго возглавлял заезд, сошел по техническим причинам и стал только третьим в турнире. Серебро же досталось Артему Антонову.